Здравствуйте, мои любимые. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, мои мальчики любимые. Мне сегодня замечание сделал. Что мне тебя больше не смотреть? Ты все время девочки, девочки. Ну, мальчики, мальчики, ребята. Роднули мои, золотули мои. Ох, как люди меня любят. Как боятся, что меня муж ему бросит. Не бросит. Вот сидит Бенаки, Синтатеки. Ага. Сейчас я ему буду переводить, девчата. Ну-ну. Ты хочешь, чтобы я им что-то рассказала? Я говорю, не надо ничего okay. рассказать. Я сама себе расскажу. Подождите, поставлю подальше. Вот это куча. La gente me dice. Te tengo la mirada. Я говорю, люди мне говорят. Он говорит, что у меня такой взгляд. La gente me dice. Ten cuidado que tu marido te deja. Oui. Ten cuidado que vas a casa de Adam y esto todo. Y estás trabajando para tres casas, como piso, aquí y ahí. Y al final tu marido no cansa de ti. Se va a cansar, se va a ir. Yo digo, preparo la maleta, se asfalta. Я ему перевожу, сейчас я вам скажу. Я говорю, мне девочки пишут, на три дома работаешь, твой муж от тебя может устать, туда-сюда ты меня можешь бросить. Я говорю, может, тебе чемодан приготовить? A ver, contesta. Сейчас спрашиваю. Что я могу сказать? Я tengo bien agarrada. Да, она говорит, меня очень сильно держит. Una cuerda la he hecho yo ahí abajo. Он меня привязал. Una cuerda que nada daño. No, короче, безболезненно он меня привязал. Suelto un poquito, cuando veo que... Я чуть-чуть, говорит, вот так ее, вот так. Окей, вот ее, un perrito, окей. Че, я тебе собака, что ли, говорю? No sé. ¿Cómo que no lo sabes? Eso como dice Cayetana, dice, no sé. Digo, Cayetana, te he hecho yo. Cayetana, говорит, не знаю, no sé. No sé, это значит, не знаю. Девочки, Кайтаночка у меня с 5 часов спит. Представляете? Устала, бедная. Ке? Ке де ке? Me vas a dejar? Я говорю, что, разводишься? Que pensar cosas. ¿Dónde voy a ir? Куда мне, говорит, идти? ¿Cuál es el peullo? Куда, говорит, мне в машине, что ли, говорит? A dormir en el peullo? Представляете? Yo te compro un piso. Я тебе куплю квартиру, говорю ему. Con los papas? Como que con papá? No, yo te compro un piso. Ah, sí. Да, я тебе говорю, куплю квартиру. No, está fuerte. Говорит, какая она сильная. Está ahorrando, lleva toda la vida ahí. Это, говорит, откладывает. Ипотеку возьму, con ipoteca. Cogemos una ipoteca, la mitad yo pago. Половина ты, половина. Yo no tengo edad para ipoteca ya. У меня, говорит, уже не дадут, я же старый, говорит. A mí me la dan. Sin problema, te compro un piso. Una zona no rica, vale, normalita. Я говорю, не в таком прям месте, говорю, дорогом, говорю, в нормальном месте. Я говорю, хочу возле твоей работы. Donde está tu trabajo? Si está siempre возле работы. Я говорю, ты же всегда разлетайка. Cuando guardo coche, ahí. Con 40 metros tengo. Я, мне 40 метров хватает. Y son demasiado ya. И это много. Но con condición... Que la pones bien escrito. Día de mañana cuando tú... Pensaba que iba a decir otra cosa. Para allá, la dejas toda para mis hijos. Я говорю, только с одним, говорю, этим условием, говорю, что сегодня-завтра, если ты поедешь туда, к Всевышнему, говорю, это все остается нашим детям. Que me voy yo para allá. Me voy yo, que sé. Me voy yo primero. Или, может быть, я пойду первая, какая разница. Но todo por escrito, todo... A Cayetana y a Adam y a mi mujercita, a mi ex mujer y a mi бывшей жене. Ya está, gente. Esto es gilipollas. ¿Firma eso? Ya he hecho durar, ¿quieres tú me te подписывать? Si ya cuando dobla los ojos, hace así. Когда ты, говорит, уже все мертвый, говорит, какая тебе нахер разница, да? ¿Qué más da, no? Desde arriba labias. Сверху, говорит, я буду гореть. ¿Por qué? Porque le dice a Dios, joder, quiero bajar 5 minutos, la voy a liar. Я, говорит, скажу, говорит, Всевышнего, спусти меня на 5 минут. Я, говорит, все там... No, porque no vuelve. Si te dejo suelto, no vuelve. No me quieres dejar el piso, entonces. Todo lo que tú quieras. И я говорю, что ты мне квартиру не оставляешь, что ли? Он говорит, все, что ты хочешь. Короче, девочка, я уже развелась и квартиру купила. Con la seguridad social, con la pensión. Я, говорит, буду, я, говорит, подпишу, говорит, что... Que también te quede. Что все мое, говорит, тебе осталось. Con eso no te separes, от тантина. Так что не разводись, говорит, не будь дурой. Vas y tú? Сам мне говорил, si tú estás hace poco diciendo, me separo. Sí, pero esos son calentones. Я, говорит, разогрелся. No dormiría bien.
Я, говорит, плохо, наверное, спал. Мы стресса, Михаил. У меня, говорит, и стресс, говорит, рабочий. Кипенно. No, no, pero que sí, que sí. No hay problema. Firmo lo que haga falta. Я, говорю, все для тебя подпишу. El coche también. La moto. Мотоцикл, машина. Coche, déjate para ti. Я говорю, машину можешь оставить себе 25-летнюю. Porque sabe que no vale para nada. Потому что знает, говорит, что машина, говорит, никуда не годная. No lo compra ni un gitano. Даже, говорит, цыгане не купят эту машину. No da problema decir, pero ¿qué me has dado? Por 300 euros. За 300 евро, говорит, его никто не купит. Lo que nos costó y no vale ni 300 euros. То, что нам, девчата, мы отдали за него 19 миль. Cuánto оно costó? Que no, te cañar. 19 тысяч чем-то евро. Costaba 23 mil nuevos. 23 тысячи, да? 23 тысячи новый. Y nos costó 18 9 euros. 19 пико. Tanto. Sí. И она у нас стояла там, yo мы ее купили machico, новую. Pero ella dijo, me gusta ranchera. Qué mentiroso. Tú dijiste, me gusta más ese que chiquitito. Sí, claro, но claro, yo... Había un Peugeot corto. Девочки, там вот такая была, как спичная коробка Peugeot 207, короче. Я ему говорю, ты что, дурак, что ли? Как это? И депортиво, que ты comprado? Sabía yo que tenía que salir. Я говорю, и машину, которую я тебе купила до этого, а? Te pido una cosa. Ага. Si yo me voy... Подождите, буду переводить. Hacer un bautizo, я, говорит, тебе, ahí... говорит, я, говорит, тебе, говорит, прошу одну вещь. Если, говорит, завтра я умру, lápida, на, моей, говорит, на моей могиле... Me compra un coche de plástico. Пластмассовый, говорит, мне машину купишь. Aplastadito y azul. Le pegas con pegamento. Синюю машину, говорит, мне купишь. Пластмассовую, говорит. Para que no на, se te... И приклеишь туда, чтобы... Para que no se te olvide a ti. Чтоб ты, говорит, я его столько лет этим упрекала. Девочки, посмотрите, мы купили машину вдвоем, девчата, но мы расплачивались вдвоем. Для меня это было так тяжело, это такие бешеные деньги. 18 тысяч евро. Только мы расплатились, 5 лет sí, было машине. Они уже все знают, 5 лет машины были. Я, говорит, был молодой, си, 30 лет, хомин. Я тенес кана салио. ¿Qué? Yo te conocí con 32, 33 años. Eso es... Я, говорю, тебя познакомил с тобой 33 года. Какой ты молодой. Он говорит, это, говорит, los было... cuarentones se compran Porsche. Yo fui a los maricones. 40-летний, говорит, Porsche покупает. Мы купили машину, девчата. Купи на копья. Да. Такую дорогую. Так, он еще колеса такие дорогие. Он еще эти джанты поставил такие дорогие, короче. Y no iba chula ella con su llanta. Да, бали, insima, faltaba más insima que pago, no voy a ir chula. А как ты, говорит, блатовал? Я говорю, еще... Podía ir con mala cara, o no montar. Еще... Espérate, я no me da tiempo. No me he ido de vacaciones. No me da tiempo. И, девочки, он вовнутрь. Кожаные диваны, короче, все кожаное, короче, руль поменял, все поменял, новую машину вытаскивает и все меняет, девочки. Такие деньги он туда бухнул, короче, еще в эту машину, новую, девчонки, целка машина. Qué capricho, pero toda mi vida. Пять лет, девочки, только расплатились. Хотели сделать, он мне говорит, я ее продаю. Девочки, за сколько он ее продал? За 8 тысяч евро он ее продал и купил эту за 19 тысяч. Мне чуть плохо не стало, девочки. Только расплатились. И вот сейчас, поэтому на этой пизжу столько лет. Он говорит, зато, говорит, когда мы ездили, как ты, говорит, кайфовала. Девочки все останавливались, смотрели вовнутрь машины. Вот настолько куколка была машина, девочки. Взял, продал. Куки-куки. Куки-куки, говорит, была. Hombre. Куколка была, да. Фотографировались все девочки. Tiene fotografía, si era una yogurina ahí con su coche. Какая она у меня, говорит, красивая там была, говорит, возле машины и все. 25 лет это не? 25 лет, говорит, там было, говорит, когда мы с этой машиной, говорит, расплатились, да? Вот такой, вот такие мне долги скотина завел. Помотал трафик. Ух, скотина! Сколько у меня нервов сделал, девчата. Ох, если вы бы знали. Я mucho nervios. И я его... Проси, yo te dan tanto anillo y tanto sueldo. Сколько золота, говорит, tenía que estar curado, столько золота подарил, говорит. Я тебе, говорит, кафель купил. Si no paro de charola, esa herida tenía que estar... Я сколько, говорит, работы сделал, сколько денег принес, говорит. Уже давно, говорит, можно это забыть. Es como una cicatriz bien hecha, que dice, это, говорит, tú todo operado, no. Это, говорит, как будто, говорит, вот тебе сделали операцию, говорит, вот так хорошо зашили, говорит, что даже незаметно. И я, фу, мама, Ой, я, говорит. Claro. 11 años trabajando echando horas.
11 лет, говорит, я, говорит, постоянно, говорит, Hasta работаю, ahora, днем и ночью проношу ей деньги. Para pagar esa cicatriz. Чтобы, говорит, эту операцию, говорит, расплатиться, ну, за машину. Y no veo claridad. И, говорит, до сих пор, говорит, я в туннеле, говорит, не вижу света. Los niños de Cayetana dice, a vuestro tío, abuelo. Когда будут, говорит, дети, говорит, у Кайтаны, будет, говорит, Наталья говорить, а ваш дедушка... Hijo, no lo creí, voy a por foto. Сейчас, не верьте, говорит, сейчас я пронесу. И я, говорит, буду говорить, не y верьте. Niños, cuando le vean, decir, corte, и дети nada. Будут говорить, вот, машину, говорит, купил он. Она, говорит, будет говорить. Porque ellos van a ir en coches y ruedas eléctricos. Они, говорит, уже электрические будут, в воздухе, говорит. И когда, говорит, будешь показывать, говорит, вот эту машину я купил вашему дедушке, платила 5 лет, а он, зараза, продал. Даже тогда, говорит, меня будешь упрекать. Кипукую сакуйте кочи, пасаки аура, солиду тема. Я говорю, сколько раз я тебя упрекнула? Второй или третий раз, говорю, потому что тема вышла. Но все время, говорит, эта печка горячая. Yo pensaba que eso estaba olvidado, cojones. Я говорю, думал, говорит, это уже забыто, говорит, нет, говорит, не забыто. И coche que te compré? И машину, которую я тебе купила, девчата, вот сколько я часов сделала, сколько я работала, чтобы эту машину расплатиться. Самые тяжелые мои моменты были, девочка, я чуть с ума не сошла. Тогда я его не бросила, А вы, vosotros no habéis hecho una locura? Вы, говорит, никогда не сделали, говорит, ничего такого, говорит. Yo compré un diamante y caíse la vajilla. Вы, говорит, никогда не купили, говорит, какое-нибудь, говорит, бриллиантовое кольцо, и у вас, говорит, не потерялось? De poner así un buen velo y llegar uno, ¡fuat! Вы, говорит, ничего, говорит, никогда не купили золотые часы, говорит, и у вас, говорит, кто-то украл? Сали у вас такого не было? Сали де банко, и otros dos capuchas te quitaste el monedero. Tres monederos! Вы, говорит, никогда, говорит, банк не заходили. La cartera con la hipoteca ahí dentro. Такие глупости, говорит, вы никогда в банк не заходили. Claro, даже в вашем... Todo el mundo le pasa. Дэхами трудиси. Вы, говорит, банк заходили? И к вам, говорит, не подходили в шапке вот так все в черном и на пистолете? Claro. И у вас, говорит, не украли деньги? У вас такого не было? А que no habéis tirado de balcón? Но вы же, говорит, не бросились с балкона, говорит. Жизнь, говорит, продолжается. И siguen pagando sus cosas y comen. Ой, киси-киси. Девочки, вот, вот девчата, не знаю, сейчас начинает глупости говорить. Обья, сеньона, кос. Сейчас, говорит, я вам кое-что покажу. Что он вам хочет показать? Ой, девочки, девочки. Я с ним тоже очень много... Куда он идет? Mira. Смотрите. Mira qué cara tenía ese hombre. Смотрите, какое лицо было у этого человека, говорит. No necesitaba un coche. Вы что думаете, говорит, он не нуждался в машине? Chavalote. Какой хороший мальчик, говорит. Más guapo que... Какой хороший, какой. Все вместе, Ричард Гейт, Ален Делон. Поэтому, говорит, я такую девочку, говорит, нашел. Кто че гурине? Мира. Смотрите, смотрите. Мира кохитов тяне сам. Смотрите, какие глаза у этого мужчины. Тристи, ну. Я же, говорит, как Кашпировский всех... Вот дурак. Девочки, вот такой у меня муж. Я, говорит, не шучу. Ба! Заткнись. Qué pena. Ай, как жалко. Ему себя жалко. Pero así son cosas que tienes que contar. No tengo nada, Goto. No hay ningún... algo por... Я говорю, у тебя там ничего нету, говорю, поронного, потому что прям свет оттуда выходит, святой, девочки. Parece eres... Yo que sé, un angelito, a ti sale hasta las luces. No, tampoco para tanto, no. Niedger, Niedger. Yo no tengo un aro. Niedger, Niedger, ya ni ángel. Ой, дурачок, дурачок, девочки, сколько у меня тоже мозгов сделал. Вы думаете, что... Да, когда вы говорите, вот, почему у вас такая... Не вижу, что я пойду, ты его лачу. Я смотрю, говорит, как будто я пьяный, говорит. Сейчас напишите, какой он у тебя уставший. Он вот такой. Ой, ой, ой. Мира. Видите, видите? Дама деперта. Все, я, говорит, проснулся. Ой, аларма. Мой телефон. Адамчик сегодня говорил, какой плов был вкусный, тетя. Я говорю, ты что, только поел, что ли? Он говорит, да, очень был вкусный плов. Я его сегодня... Я, говорю, спать хочу. Завтра уходит ночью. Ага, я там, я ты высадил.
Завтра он ночью уходит, девочки, на ночь уходит. Пускай-то он боится, что я его брошу. Я говорю, кетерики-то нормеду туки, ёта дэхэ. Твой мунду, ты дэха, Эстеван. Как будто девчата. Девчат. До 32 лет он был одинокий мужчина. Никто его нюхать не проходил. Я прошла, взяла. Ну ладно, получилось так, что мы женились. Теперь бриллиантовый стал. Может, я из него бриллиант сделала? А нам хорю, а то 32 не уйтала свои пудрию дако. Я вот таку ходу, я сапуту диаманты. Та пудрию. Я говорю, ты гнил, говорю, там 32 года. Он говорит, гнил. Это же una castaña. Я говорю, что sí, no pasa nada. Sí, sí, la, castaña. La. Una castaña pironga. Ay, девчата, за ваше здоровье и за наше. Мяло. Ничего я не боюсь, девчата. Чего мне боится? Que te más y muchos años. Хочу быть много лет, говорит, вот так с ней. Conmigo? Claro. Конечно. ¿Dónde voy a ir ya? Куда я уже, говорит, пойду? Ni que tuviese 20 menos, claro. Хоть минус 20 лет мне было бы, тоже, говорит, никуда не пошел бы. Tal manera me quieres. Claro. Настолько, говорит, ты меня любишь? Он говорит, конечно. Es que no se nota. А что, говорит, незаметно? Lo saben ellos positivamente. Они, говорит, сами знают, говорит, что я тебя люблю. Откуда они знают, если я не знаю? Como она se merecinó за нее? Conmigo, pero cuando yo veo los videos, te pongo cositas. Si lo traduce, ellos son tontos. И если, говорит, я, говорит, когда, говорит, говорю, говорит, если они не дураки, digo, говорит, они должны понять. Mi bomboncito. Es la mejor. Моя конфетка. Поцелуйчик, говорит, всегда, говорит, я. Ya está. ¿Y yo? Con que lo lean 5,000. Espera. ¿Y yo qué pasa? Ее de mí no se nota. No, de mí no se nota. Ты pones comentario. No, de mí no se nota que... А, sí. Я говорю, что, от меня не видно, что ли, что я тебя люблю? Да. Хияр. Какой характер. Какой характер. Sí, ahora, ya. No me vale, ya. Mira. Ya está sacando el temple de Macha Hachikala. Macha Hachikala. Chacha. Oh. Скотина, yo te doy. Какой зараза! Дрянь тебе на камеру будешь пегать? Ты, говорит, меня на камеру будешь бить? Пегаме эта ночь на кама. Ты, говорит, лучше, говорит, меня иди в кровати побей! Ай, мазохист! Эри сазо мазохиста? Más o menos. Да, говорит, да. Me deja las marcas en la espalda. Tengo bulto. У меня, говорит, спина, говорит, вся болеет. Otro día lo voy a enseñar. Я, говорит, покажу, говорит, им мою спину, как ты меня бьешь. Ой, девчата, такое скажет. Ты ноги гасишь, то лава накрыл. Я говорю, не говори такие вещи, здесь я литерально понимаю все. Если не будет на кафе, потому что будет говорить, у тебя хилипоя, но я aguanta tanto. А ты меня entró ты, он на otro lado. Eres tonto, cállate. Bueno, chica, os dejo. Ладно, девочки, оставляем вас. Думайте, что хотите. Hay que descansar, vamos a comer algo. Мальчики, también me miran, chicos. У меня есть мальчик, который меня смотрит, мой золотой. Меня тоже, говорит, мальчики смотрят. Dicen muchas mujeres, qué guapetón. Мне очень много женщин, говорит, очень хороший комплимент. Pero no me voy a ir aquí de esta casa. Я, говорит, отсюда не уйду. ¿A qué? С этого дома. A que vaya para allá. Hombre, claro que no. La dividimos la casa y ya está. Ella lo que quiere es que vaya para allá a hacer cocina. Я говорю, если что, говорю, поделим дом и все. Mira, el primer día me dan calor. Segundo, cállate, bueno, ya. Para llegar y dice, Majo, líate con el patio. Никуда, говорит, я не иду, я уже тут столько наработался. Сейчас другой пойдет, тот заставит работать, говорит, не a надо. A los dos días de estar en el sillón, palazo que me van a dar. Tú que vas a venir aquí, hagándole a sal para afuera. A podar. A mojica, chaval. Девочки. Мальчики, мои любимые, спокойной ночи, дорогие, спокойной ночи, мои золотые, пока. Адьос.